Вот время 8:35, въехали в Тюменскую область, прямо вот на границе с Тюменской области, сразу дорога поменялась. Такое ощущение, что въехали в Швейцарию, но пока так. Вот. Дорога, покажи, прям идеальная. Примерно вот такая. Разметка пошла, столбики какие-то. В Омской области, конечно, может и делают дороги, неплохие дороги. Но пока в Тюменской области лучше. Все, будем передвигаться дальше. Проехали от Тюмени примерно километров 230. От Омска мы. Ой, от Омска, в сторону Тюмени. Километров 230 проехали. Регионы всякие разные. 16-й, 74-й, 38-й, 89-й. Встречаются автомобили. Встречаются автомобили, да, всякие разные. Все. Минут 15 от границы отъехали с Тюменской области. Есть такая деревня или селение, Аббатское называется. Вон, покажи, Аббатское. Не знаю. Видно? Да, проехали. На меня. Скорость 30 км в час, нас чуть не выбрасывают из сидений. Все трясет. Перехвалили, короче, Тюменскую область. Там вроде как впереди ремонт идет. Ну-ка глянем. Ну да, еще нам красный свет. Будем ждать стоять. Да, дорога, конечно, здесь. Сглазили, короче. Что-то спешные выводы делаешь. Все, пока. Включил. Надо посмотреть в землю сваи. Видимо, чтобы она не тонула. Тут наверное, топь, болото. У нас тут один ухарь хотел справа уделать. Ну, чуть. Наверное, решил не ехать в кювет. Да. Вот Аббатское. На карте надо посмотреть Аббатское. Это капец. Вон, видите, как едут большие грузы. Мы сейчас едем 25 км в час. Вот сейчас 20. Видимо, такой участок дороги. Вот. Да, нелегкая эта работа. Да. С болота, точнее, бегемота. 89-й. 02 регион, там с тремя антеннами. Мы решили, это ФСБ, наверное, какой-нибудь. Второе лицо государства. Правда, едет на драной газели. Скорее всего, не ФСБ. 56-й. Так, что тут у нас? 72-й. Ну, это Тюмень, 72-й. Тюменская область. А Тюмень, наверное, 70-й. Ну, я, наверное, выключаю. Меня тут трясет, я тут выпрыгиваю в сидушки. Давай выключай, то выпрыгнешь. Лечу. Фотик жалко. Вон он справа нас обходит. Обходит. Пошел. Формула 1. Отлично. Да. Да, Урик, поглощаешь пищу, да? Тюменские дороги явно перехвалены. Вот встречки пошли. Видите? Так, внимание. А вот мы стоим в очереди, видите? Вот туда очередь. Продолжается и уходит далеко за горизонт. Так, вот лес. Смотрите, какой лес классный. Правда, навалено здесь всякой гадости. Но, видимо, кто-то его посадил. Вот, а там дорога. А вот это лес. Вот. Смотрите. Да, все загажено кругом. А что сделать? Грибочечки. Вот, грибы. Червивые. Смотри, сколько червей. Вот это такой лес. Недалеко от Тюмени. Примерно 250-270 километров. Всем привет! У нас дискотека! Скоро мы в Тюмени! Диско. У тебя такие движения классные. Примерно через 20 километров в Тюмень. Фотокамера. Будем заезжать, нет? Наверное, в Екатеринбург поедем. О, самолет!
Музыка, которую мы любим. Самолет, смотри. Не вижу. За деревьями он там. Но пугал меня. Все, выключай. О, я запись делаю. Ну ладно. Привет, Лорик. Ты в Тюмени. Привет, Юрий. I love you, Тюмень. Я тоже люблю Тюмень. Мне нравится Тюмень. Вон там какие трубы мощные. Чувствуется мощь, чувствуется. Давай, будь быстрее. Машин, море.